Парк культуры и отдыха Добросельский 12 января в субботу в 11 утра приглашает на развлекательную программу «Снежный калейдоскоп». В этот же день в Дружбе юным гостям предлагают раскрыть секреты самого холодного времени года. Там проведут развивающие игры под названием «Загадки волшебницы зимы». В полдень посетителей Центрального парка ждет развлекательная программа «12 месяцев». В воскресенье загородный парк предлагает посетителям позаботиться о пернатых обитателей городов, которым зимой особенно нужна помощь. В 12:00 там пройдет экологическая акция «Каждой птице свой дом», в рамках которой можно будет смастерить кормушку или домик для птиц. В областной библиотеке для детей и молодежи 13 января проведут литературно-мистическую встречу для читателей от 12 до 16 лет. В темной комнате сотрудники библиотеки познакомят всех желающих с захватывающими произведениями классической русской литературы. Встреча пройдет в 16:00 на Мира 51. С собой юным читателям организаторы предлагают захватить фонарики. Любители активного отдыха на свежем воздухе приглашают открытые катки города. Так, например, один из них в самом центре Владимира на Пушкинском бульваре будет работать до конца зимы. Прокатиться по аллеям парка могут все желающие. Для детей до 18 лет и студентов вход на каток бесплатный. В воскресенье 13 января в канун Старого Нового года во Владимире уже в 8-й раз пройдет акция «Забег Дедов Морозов и Снегурочек». Участниками могут стать все желающие. Главное условие соревнования – наличие костюма или хотя бы одной узнаваемой детали наряда главных героев праздника – Деда Мороза или Снегурочки. Зарегистрироваться можно на Театральной площади с 11 утра до 11:45. Каждый участник получит персональный номер и небольшой сувенир на память. Стартует забег в 12:00. Маршрут пройдет по историческому центру и завершится на Соборной площади, где подведут итоги соревнований и наградят победителей. Автомобильное движение на время забега с 12 до 14:00 закроют по Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской улицам на участке от Студеной горы до площади Фрунзе. Весело отметить Старый Новый год в воскресенье приглашает Дом культуры молодежи. В зале княжеских палат, оформленном в русском стиле, зрителей ждут зажигательная музыкальная и танцевальная программа от владимирских коллективов. Начало в 17:00.